И сегодня же, в преддверии праздника, любой желающий мог получить бесплатную юридическую консультацию в Министерстве юстиции. Прием вели адвокаты, нотариусы и судебные исполнители. Ветеранов войны консультировали в том числе по телефону, а если нужно, юристы были готовы выехать к ним домой. Многие проблемы, с которыми приходили люди, требуют дополнительной работы. Но здесь им помогли детально разобрать спорные вопросы. Что делать дальше и как избежать ошибок. Акции дают возможность человеку прийти и хотя бы определить модель своего правового поведения в каких-то таких спорных где-то ситуациях, либо в ситуациях жизненных, которые его интересуют. Как правило, граждане обращаются с вопросами, связанными с распоряжением имуществом своим, вопросы регистрации по месту жительства, ряд вопросов в сфере брачно-семейных отношений, в том числе взыскание алиментов. Бесплатно юристы объясняют права и пути решения проблем несколько раз в год, ко Дню матери и другим государственным праздникам. В регионах свои проблемы можно решить еще и завтра. Всех желающих примут в главных управлениях юстиции облисполкомов.